Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхерц, это у нас с вами игра, которая называется Интеритус. Давайте посмотрим, что тут по опциям. Ой, какое непродуманное вот это вот все, плохо читается, ну да ладно. Видел эту игру в подборке у Pineapple. Bestiary, Controls. А, то есть джойстик я зря сюда попытался подключить. Джойстик тут не работает, понятно. Откладываем джойстик, берем клаву с мышкой Start Game. Попробуем посмотреть, что это такое. К этой игре, вот это я записываю постфактум, Интеритус. В основном положительные отзывы. Возможно, я не прав, возможно, я не понял, как в эту игру играть. В общем, такая страница в Стиме, вот. И если так похоже на Dark Souls, конечно, похоже на Dark Souls есть. Все сходится, все как надо. Как-то так. Чтобы вы понимали, девушка эльфийка говорит очень тихо. Я даже на монтаже, наверное, не буду пытаться это выводить. Ну, как уж они сделали громкость, так уж они сделали. Cure for the curse that plagues our kind. Words have been spoken about an artifact, an ancient relic of immeasurable power, one that can push back the decay, so that our souls may once again be purified. The hooded figure spoke of a monastery to the east, hidden away from the eyes of mankind, far behind the vast forests of Nairu. Once a place of wisdom and worship, it has long since been abandoned, and only rot and shadows habit that place now. Whispers speak of something unnatural that walks among the ruins. I remember the oath we took, I remember the moonlight, the words we spoke, and it pains me to leave you like this. Yet I must. Do not come after me, for if I would lose you, too, I would not have the strength to go on anymore. Even now, I fear, not of death or pain, but for my soul. I feel the decay behind my eyes, consuming parts of who I am. And that is why I must leave. I cannot sit still and just wait for us to vanish like so many others. I will promise you this. Давайте скипнем, я что-то уже устал это смотреть. Невозможно, нудно, долго. Красиво, конечно, но не скипабельно. Ага, вот, и начинается геймплейный процесс. У нас есть атаки, есть роличи, перекатичи, есть спринт, по-моему, есть блок, можно отдалять камеру, ну, вон и так, можно отдалять, вроде бы далеко, и давайте смотреть, что же мы тут имеем в итоге. Сюда нельзя пройти, сюда нельзя пройти. Пока что выглядит очень всрато, господа, честное слово, максимально всрато. Я по традиции попытался локцели на среднюю кнопку мыши сделать, но не работает. У противника нет даже хп. Господи, это настолько всрато, насколько может быть всрато. Ладно, не отчаиваемся, попробуем еще поиграть. Если игра будет совсем всрата, я, наверное, ее двойную сделаю, запишу видео. Очень пафосное открытие, где не дают ровным счетом ни хрена. Грустно, печально, но куда деваться. Ну, я бы назвал это похожим на Souls-like с такой огромной натяжкой. Как натягивают, знаете ли, лягушек для препарирования. Ну, какие-то звон монет был. Может быть, там ведьмаку платили. Но это не точно. Кажется, достаточно антуражные туманные локации. Это приятно, это выглядит хорошо. Ого. Это вообще лакшери выглядит. Но опять же, дальше того, как это выглядит лакшери, это не идет. Такой скромный монстр. Приходит котик, и знаешь, гладишь, он такой. Я настолько долго делаю анимацию, что я не могу потом вообще уйти от атаки. Вы понимаете, насколько здесь всратейшая боевая система, господи. То есть я делаю удар, и я не могу двигаться. Вот только сейчас смог. А если перекатичем? А перекатичем можно, окей. Пока что очень негативные впечатления от игры. Кроме шуток. Просто дичь дичайшая. Хилку дали. На Е хиляться. Приятно. Буду знать. Могу пойти сюда. Там же еще одна дорога была. Путь дорога. Тут что? Иди куда хочешь. Здесь постоянная процедурная генерация. Но это без вариантов поворачиваться. Она все равно меня дамажит. Очень неприятно. Не осознавать этот факт. Снова хилку дали. Великолепно. Я снова полечусь. Совершенно непонятно, куда идти. И совершенно непонятно, почему настолько всрато это все выглядит. Давай. Рау.
Я не могу бить, не могу ударять. Что за дерьмо? Очень странно, господа. Очень странно. Может блочить пробовать? И блок сразу. Не, блок очень долго она поднимает. Очень долго поднимает блок. Знаете, наверное, это тот случай, когда я никому не буду советовать играть в этот кал. Это просто неиграбельная дичь. Ну, типа, по рофлу на 3 минуты скачать, побегать, возможно. А по факту это не. Не-не-не. Какой красивый ковер. It's locked. It's locked. It's locked. Ну, определенно нам сюда не пройти. И тогда, получается, прохождение осложняется тем, что нужно еще путь пытаться искать. Запоминать, то есть, где ты сворачивал туда, где ты сворачивал не туда. А не туда, мне кажется, сворачивать тут придется гораздо чаще, чем туда. Могли бы хилочку дать. А, господа, слушайте, ну тогда получается я в тупике? Если это, конечно, случайно не ключ. Это новый меч. Но я ничего не могу. Between items, use item. Interact, space, roll, left click, attack, right click. Очень простое меню на самом деле. 1, 2. А, нет, смотри, нам, короче, до хрена всего дали. Что это такое? Какую-то штуку я сделал. Килка постепенно. Хорошо, то есть мне постоянно что-то выпадало, оказывается. Но я не понимал, что именно. И не радовался этому счастью. По идее, вот отсюда я пришел, вроде бы. Могу ошибаться. Угу. То есть все выглядит максимально тупиковым. Хотя, по всей видимости, я отсюда просто пробежал. Даже. Блин, ну раз никого нету. Хотя хрен его знает, дамы и господа. Я что-то в таких замешательствах, если честно. Обычная хилка, приятно. Рычит, рычит. Зачем, пес, не рычи. Цел будешь. Знаменитое сражение на лестнице. На лестнице падла по мне не попадала, это приятно. Да, здесь, короче, память отложенных действий есть. Я понял. Призрачная стена? Ты серьезно? Это тупо лучше Dark Souls. Dark Souls сосуд, это ничто по сравнению с этой игрой. Величайшая всех времен и народов. Вторая хилка сюда. Чё, падла, тварь, не человек, давай иди сюда. Ау, это очень... хорошо отыгрывающий монстр. Я бы его так назвал. Третья хилка сюда, подарочки судьбы. А в чем конечный смысл этой игры? Ключ дали, ё-моё. Оу, май, маво, щиндерю. Ну не... Теперь мне надо идти хрен знает куда, чтобы найти хрен знает что. Звучит-то как восхитительно. It's locked. It's locked. You know, it's really locked, man. Так, ну я в принципе примерно помню, куда идти. Сейчас я попробую воссоздать это, насколько хорошо это получится, без понятия. Может и полноценный видос будет, не знаю, как пойдет. Пока что поначалу думал совсем дичайшая, когда чуть-чуть подразобрался, даже немножко забавно выглядит. По-моему, направо, господа. Могу ошибаться? Да, наверное, очень могу ошибаться. Опа! It's opened! Слушайте, тут что, вы действительно хотите сказать, мать твою, что будут открытые пространства? Как же она сексуально стонет. Я уже 10 раз не нажимал атаки, но атаки все равно делались. А, то есть это просто посмотреть на красивую локацию. А двигаться в этой красивой локации нельзя, нет возможности. Ну хорошо, хорошо. Да будет так, игра, как скажешь. Слушайте, открытые пространства. Это не так-то просто, как казалось на первый взгляд. Какие-то демогорганы из очень странных вещей на меня нападают. Леший, который без ног ходит. Нормально, руки загребущие, хорошие руки. Срочно лечиться, исцеляться. Очень много хп потратили, но ничего. Надеюсь, это того стоило. Что-то можно было взаимодействовать, нет? Ага, yesterday, today. Getting some, хорошо, интересно. Ага, как убрать это говно? Просто отойти, хорошо. Я залочил, я все. Нет, не все. Окей. Ну, я даже не знаю, что про эту игру сказать, дамы и господа, господа и дамы. Кроме того, что это выглядит невероятно всрато.
Я даже и не знаю, как это все подытожить. Вы склянку дали? Не знаю, зачем, конечно. Желтая склянка, наверное, какую-то ману может делать. Использовать. Но зачем это делать, я без понятия. Здесь какие-то люди. Писюны на блюде. Пройти невозможно. I'm stuck, stepbrother. Please help me, bro. Не знаю, куда идти. Не знаю, зачем вообще в такие игры играть. А еще больше не знаю, зачем такие игры делать. Вот Back to Ashes, помните, мы играли? Вот эта игра всех времен и мать его народов. Вообще ни в какое сравнение с этим не идет. Просто пушечка, просто бомбочка, просто ракеточка. Опа, здорово, уже начинает свое движение. Сейчас еще атака будет. Хотя я не жал, я уже давным-давно не жал. Здесь отложенная память идет. Я на самом деле не знаю, куда идти. Если вы думаете, я такой умный, что я хоть куда-то двигаюсь, то я просто так двигаюсь. Ну что, дома снаружи выглядят гораздо больше, чем они есть внутри. Нет, этот был честный дом. Эти, люблю честность, люблю, когда люди открыты. А тем более, когда открыты дома. Заходишь в них, берешь, что хочешь. Ну, что надо там, что не надо. Ну, типа, атмосфера, да, есть в игре. Боевая система, ну, типа, очень всрато она выглядит. Давайте будем честны и откровенны. Вот, что еще хорошего есть в игре? Да, в принципе, и ничего. Если уж быть на максимальных честностях. Есть проекты куда более удачные и лучшие. А, это, короче, можно читать. Когда такой значок горит. Кто-то же ведь пытался дизайн этих домов прорабатывать. Так. Я нашел ключ, дамы и господа. Вопрос в следующем, куда мне этот ключ выставить? Я, знаете, люблю вставлять. Но здесь вот можно и сюжет почитать, но если бы я был англичанином, я бы, конечно, вам рассказал о нем, но я, к сожалению, или к счастью, русский, поэтому прочесть не могу. А, ну и по всей видимости, это тупиковая локация. Примерно такая же, как мое развитие. Теперь нам, если я не ошибаюсь, придется очень долго топать назад, в этот монастырь, откуда мы пришли, для того, чтобы открыть там дверь. Хороший ли это план, дамы и господа? Наверное, нет. Хочу ли я это сделать? Наверное, тоже нет, но мне, видимо, придется. Слушайте, какого-то хрена леший ожил. Или это другой леший? Скорее всего, я уже очень сильно заблудился. Так, на меня напала пипяка. Уничтожаем пипяку. Хопа, что такое? Что такое чепушильный? Хопа, сюда. Зассал, зассал. В дом, это видно хата его. Хожу в игру осторожно, она еще не готова. Ломаем сутулова, ломаем, ломаем. Блин, ну нечестно, что он через стены может ходить. Как минимум это нечестно. Что вот эта банка делает? Да, эта банка оранжевая пополняет. Хопа, перекатичу, хопа. Хопа, попустил малютку. Так будет с каждым малюткой, кто рискнет быкануть на Владоса. Блин, откуда мы пришли? Теперь будет очень сложно понять. Если не сказать экстра сложно и невозможно. Какое-то пепелище вот есть. Не знаю, хочу ли я сюда идти. Но велико вероятно, что я просто двигаюсь кругами. Кругоголями. Может быть, мы на этом моменте просто закончим, потому что мне совершенно что-то никакого-то желания нет продолжать играть в эту игру. А, я думаю, основные механики мы поняли. Ну, всратенько. Атмосферненько немножечко, но всратенько. А хочу ли я вернуться в эту игру, знаете ли? Наверное, нет. Потому что я не нашел для себя здесь ничего такого, что мне прям вах, как понравилось, вах, как хочу поиграть. Захотите ли вы поиграть в эту игру? Скорее всего, тоже нет, но потому что, как я уже объяснил, она, ну, блин, типа заготовка игры, вот как-то так. Премного всех благодарю за просмотр, всем всего хорошего, счастья, здоровья. Можете подписаться на группу ВКонтакте, на Телеграм-канал, если хотите. А если вдруг кто-то хочет меня поддержать, то в... Я куда-то пришел. То можно пойти на Boosty. Там можно как платно, так и бесплатно. Плюс я туда стараюсь постить иногда интересный контент. Ну, не знаю, насколько интересный, но стараюсь. Не так часто получается, как хотелось бы, но однако, опять же, как я уже и сказал, я очень сильно стараюсь. Давайте, ладно, раз уж мы добежали, все-таки смогли найти проход. Откроем, попробуем дверь открыть. Если, конечно, это то самое место, о котором я думаю. Пипяки откуда-то выжили заново.
Так, Пипяка ушла и ушла, хорошо. Я не помню, был ли я здесь. Слушайте, откуда Пипяка новая появилась? Вот сюда. Каким-то образом я даже помню, куда идти. Да, слушайте, я прошел. А, наверное... Ага, телепортация произошла. Я уже было думал, что игра закончилась. Но, видимо, такое не заканчивается. Новые пипяки, которых мы очень не любим. Они просто перерисованные старые пипяки. Хороший ли это ход, дамы и господа? Мне кажется, это всратый ход. Но, видимо, делали пипяк как могли. Я думаю, все, нет. Давайте посмотрим, откуда мы начнем, если мы проиграем вдруг. Так, и чё? Все, ГГВП. А, с самого начала. Ну, короче, как-то так, дамы и господа, как-то так. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр, и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.